6 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Раннее детство великий поэт, основоположник современного русского языка, провел в деревне Захарова у бабушки Марии Алексеевны Ганнибал. В преддверии праздника мы спросили у одинцовцев, что они знают о творчестве великого литератора. Пушкин – это хорошие, трогающие душу стихи. «Лука море, дуб зеленый, золотая цепь над умидом, и днем, и ночью кот ученый, приходит под себе кругом». Я его сказки обожаю, до сих пор внукам своим читаю. У него такие стихи, которые, я думаю, каждый их трогает за душу, за струны души человека. Это читается и приятно слышится. Пушкин для нас – это воспоминание юности, молодости, школы. Прекрасный поэт. Его рассказы и сказки все пропитаны русским духом, где пахнет Русью. Это русский язык, это чудные сказки детства, воспоминания. Я просто его могу читать каждый божий день, потому что он для меня все. 6 июня, сразу после вечернего выпуска новостей, смотрите авторскую программу заслуженной артистки России Натальи Бондаревой «Поэт радости», приуроченную к юбилею литератора.